Наша компания ведет несколько проектов, и одно из предприятий, которое входит в нашу группу, это замечательное предприятие «Воды Логидзе», которое производит уникальные лимонады с вековой историей. Также мы являемся партнером Российского союза боевых искусств. И на этом выставке представлено немножко нашей чудесной продукции в виде воды и чудесных лимонадов, которые могут попробовать все абсолютно и спортсмены, и участники выставки, и посетители. Наш лимонад – это 100% натуральный лимонад, в котором нет никаких примесей, добавок, ароматизаторов, химикатов, ничего. То есть это аутентичная технология, которая уже больше 100 лет. Мы все увлекались или увлекаемся спортом, в том числе восточными единоборствами. Вот. Тем самым мы нашли точки соприкосновения. Правда, не на татами, а вне. Я люблю спорт. Хотя профессионально ими не занимался, но на любительском уровне все время со спортом часть жизни связана. В свое время я занимался разными видами спорта. Играл в футбол в школе «Зенит», потом занимался хоккеем, а уже с подросткового возраста я увлекся восточными единоборствами и занимался винчуни. Периодически форму поддерживаю. Скажите, пожалуйста, что конкретно вас больше всего привлекает в сотрудничестве с РСБ? В первую очередь люди. Да, то есть приятно общаться с людьми, которые достигли определенных успехов и в спорте, и в жизни. Когда с такими людьми общаешься, ты много чему сам учишься и берешь, у них подчерпываешь что-то новое, интересное для себя. Ну и вторая возможность – это действительно как можно популяризировать, поддерживать спорт, как мы можем это сделать со своей стороны. Здесь мы, в принципе, первый раз. Да, то есть для меня это, в принципе, пробная выставка. Я сейчас хожу, даже как посетитель, смотрю, что здесь есть интересного, делаю для себя выводы. И если мы говорим о выставке «Я выбираю спорт», на следующий год, я думаю, у нас будет немножко, лично в нашей компании, немножко, может, другой, более расширенный формат участия. Вот. Так что... А вообще выставка интересная.